Автобус с детьми разбился на северо-западе Сирии. Он съехал с дороги и упал в реку. Сообщается о 7 погибших. Они утонули. В основном погибшие – дети. Трагедия произошла недалеко от города Даркуш к западу от Идлиба. Автобус вез около 50 детей на школьную экскурсию в Институт по запоминанию Корана. Число погибших может возрасти. Поиски в реке продолжаются. Мы находимся в районе Даркуш на реке Аронт. Силы гражданской обороны прибыли на место катастрофы. Спасатели и водолазы ищут пропавших без вести. Пострадавших доставили в больницу. В основном это девочки. К нам поступило 27 пациентов в результате аварии школьного автобуса с девочками из приюта. Что стало причиной ДТП, пока не ясно.